Действительно, любое событие – это огромное количество составляющих, из которого складывается ивент. Но, по сути, сейчас весь мир поглощен этим. Это IT. Еще 5 лет назад мы даже не могли представить, что магазин продукты – это будет IT, что такси – это будет IT. Так вот, сейчас коммуникации, мероприятия и общение – это тоже IT. Но это совсем не значит, что это какой-то цифровой сухой формат. Мы должны использовать технологии в своих целях и сделать так, чтобы технологии работали на нас.